мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами готовим мои любимые сырники. И рецепт мой немножко отличается от всего того, что я видела до сих пор. Вот, получается безумно вкусно. В этих сырниках что хорошо? Во-первых, творог я сделала сама. Если захотите, я вам расскажу, как я это делаю, это достаточно просто. А во-вторых, тут нету сахара вообще. То есть вы можете, конечно, добавить, но я не добавляю. Лучше полить, допустим, медом или там, протертой клубникой, ну, что-нибудь в этом роде. Или, предположим, что еще хорошо, что я сначала немножко прожариваю на очень полезном топленом масле, а затем их пеку. То есть я стараюсь, конечно, уменьшить количество калорий. Ну, а сейчас давайте приступим к приготовлению этих замечательных сырников. Для того, чтобы приготовить мои сырники, нам необходим следующий продукт. Ну, во-первых, творог 360 граммов. Ну, на самом деле, тут написано 367, это потому что, ну, посудинка тоже ж весит чего-то там. Творог этот не просто творог, я его сделала сама. Вот, видите, отсюда достала уже из марлечки. И вот он у меня, знаете, какой? Вот такой вот, мягкий. Лучше всего для сырников творог без комочков, чтобы он был не зернистый. Тогда это получается гораздо вкуснее. Ну, а сейчас самое интересное и необычное. Ну, обычно что мы делаем? Берем два яйца и как бы вот вбиваем в творог. Но я не сделаю так. Я разделю желтки и белки. Так, аккуратненько, чтобы желточек не потерять. Белки оставляю, желтки в творог. Что я потом делаю с белками? Да элементарно, яичницу. Яичница с белками гораздо полезнее. Вот. Перемешиваем как следует. Я помню, мама моя так всегда делала, то есть, и потом просто добавляю сюда сахарок и ели творог вот в таком вот виде. Затем добавляем сюда две такие хорошие ложечки муки столовой. И опять-таки все тщательно перемешиваю. А еще я добавляю сюда ванилин. Вот у меня вот такой вот. Вот посмотрите на это чудо. Видите? Это я купила в русском магазине. Написано амортизатор пищевой ванилин. То есть я не ложу ванильный сахар, хотя можно. Но я стараюсь вообще сахар как можно поменьше ложить, куда бы ни было. Это вот. Я всю пачечку сюда забрасываю. И опять-таки все это очень тщательно перемешиваю. Вот посмотрите, какое у меня должно быть тесто. Вот такое. Вот. Не как сметана, а гораздо гуще. Ну, как бы такое, реже, чем тесто обычное. Вот, а теперь что мы делаем? Мы делаем обычную вещь. Я беру, смачиваю сначала вот руки в водичке, затем беру немножко, вот столько, допустим, формирую немножечко, вот так вот, и обваливаю в муке. Валяла в муке аккуратненько. Вот. И положила на дощечку. Снова смочила руки. Это чтобы тесто не прилипало к рукам. Я так всегда делаю. Опять берем вот такой кусочек. Вот, формируем. В муке обваливаем. И ложим на дощечку.
Ну, вот таким вот образом я делаю столько, сколько у меня уже получается на самом деле по массе сырников. Ну вот, у меня получилось 7 сырников. На 2 их для завтрака вполне достаточно. Если у вас большая семья, конечно, надо делать больше. А если есть дети, надо обязательно добавить немножко сахара. Иначе они, эти сырники, есть не будут. Или, в крайнем случае, просто полить вареньем. Тоже очень хорошо. Сейчас я разогрею сковородку и буду жарить наши сырники. Вообще, по идее, их можно было бы просто поставить в духовку и просто запечь, чтобы без жарки обойтись. Но, если вы хотите уже, чтобы было очень вкусно, ну, конечно, очень вредно, можно поджарить, как всегда. И вот для того, чтобы исключить какие-то побочные явления при жарке, я пользуюсь вот таким топлёным маслом. Вот, у нас оно называется вот так, я его... еле нашла, вот написано clarified butter. И что самое интересное, это то, что здесь, видите, написано, что? Написано, что это keto-friendly. Что это обозначает? Это обозначает, что вот сейчас очень модна такая диета кето и все такое прочее. Вот, на ней все худеют, все становятся сильными, красивыми. Я вполне серьезно, у меня сын на этой диете очень серьезно похудел в свое время. Вот, и вот это вот как раз масло рекомендуется при кето-диете. Вот. Ну вот, положила я сюда масло. Должна быть очень горячая сковорода при этом, но как всегда, иначе жарко не получится. Ну, естественно, почему топлёное масло? Потому что оно не пригорает. Я помню, когда я была маленькая, мы пользовались дома подсолнечным маслом. Я сейчас им не пользуюсь совершенно. Вот, мама всегда добавляла его в обычную или маргарин, или масло при жарке, чтобы меньше пригорало. Но все равно пригорало ужасно. А вот на этом масле ничего не пригорает. Все такое классное. Делаем жарим на среднем огне. И жарим совсем немножко, потому что потом я все-таки эти сырники хочу в духовку поставить. Вот. Сейчас пожарим немножечко, и все будет просто замечательно. Ну вот, одна сторона у меня практически поджарилась. Вот какая она должна быть. Ну и сейчас я буду переворачивать. Вот так. Вот. Пожарим немножко вторую сторону. Первую я жарила, ну вот буквально 2 минуты, я вам серьезно говорю. То есть внутри они сырники еще сырые. Я их буду доводить до толку в духовке. Вот. Смотрите, какая прелесть, какие они у меня симпатичные. Ну вот, прошло 2 минутки. Я уже вижу, что там тоже подрумянилось. Выключаю газ. И смотрите, что я делаю. Я не перекладываю ни на какую форму. Я беру прямо вот с этой сковородку и в духовку. То есть надо сковородку, чтобы это выдерживало. И где-то 5-7 минут я еще допекаю в духовке при температуре 180 градусов по Цельсию. Ну вот, мои друзья, что у меня получилось. Надеюсь, что вы впечатлились. Посмотрите, я же не ложила ничего, ни соды, ничего, чтобы поднять эти сырники. Они сами поднялись. Благодаря тому, что я их немножечко поджарила, а потом в духовке испекла. Ну и на этом я хочу вас поблагодарить за то, что вы готовили, надеюсь, со мной все это. Надеюсь, что вам было очень вкусно. Приятного аппетита. До новых встреч.